Здравствуйте, друзья! В месте, где заканчивается ламинат коридора и начинается кафель кухни, в этом стыке у меня лежит интернет-кабель. Как-то это сейчас облагородить, закрыть, эта задача очень далеко за покупкой обоев, пылесоса и еще с ними, поэтому мы это, конечно, сделаем, но неизвестно когда. И было принято решение просто залить эту щель горячим клеем, это силиконе, чтобы провод не цеплялся за ноги, был безопасен, и пока сойдет. В общем, решили мы купить клеевой пистолет. Ну, где? На сайте всеинструменты.ру решили мы взять себе клеевой пистолет. Какой-то особой супер-пупер задачи для него не было. Единственное, что хотелось, конечно, это вот защиту от капель. И, наверное, все-таки, чтобы диаметр стержня был миллиметров 11, чтобы клея было много. Потому что щель достаточно большая. Расставляем по рейтингу. Смотрим. Дремель. 14 отзывов, 4,5 звезды, мощность 35 ватт. 4 отзыва, 4,5. Так. Что же у нас тут будет такого? Bosch 200 ватт. Ого. Вот. Клеевой пистолет Rexant 100 ватт. Здесь 35. У Bosch 200. А здесь вот 100 ватт мощности, 6 отзывов, 4 с чем-то звезды, 407 рублей. Температурный режим 190. Вроде как неплохая штука. Клеевой пистолет. Сделан в Китае. Так, 11 мм. Препятствует самопроизвольному вытеканию клея. Устойчив к механическим повреждениям. Отзывы. Ага. Один на двоечку. Остальные на пятерочку. Ну, понятно, что один на двоечку. Купленный конкурентами. А так, все супер. 100 ватт. Защита от протекания. В общем, решили, мы этот пистолет будем брать. Вот так вот заклеили, чтобы можно было ходить и не спотыкаться. Ну, вот теперь давайте посмотрим, что же мы имеем в натуре. Да, это вот большие стержни по 11 мм. Ими, конечно, работать удобно. Вот он сам пистолет. 100 ватт. Написано и на блистере, и на самом пистолете. 11 мм стержень. Клеит резину, бумагу. Ну, понимаете, это никакого отношения к пистолету не имеет. Это все клеит. Клей. 230 ватт. 230 вольт. Потребляем мощность 100 ватт. Производительность прибора 10-12 грамм на минуту. Время непрерывной работы час. Время нагрева 3-5 минут. Тип нагревателя керамический. Защита от произвольного протекания клея есть. Длина провода 1,35 м. Ну и т.д. и т.п. То есть вот так представляется. И вот такая вот металлическая скоба, которая позволяет вам в процессе работы ставить этот пистолет на какую-либо поверхность для того, чтобы освободить руки свои. Плюсы. Пистолет работает. Пистолет большой, удобный. Прям двумя пальцами можно нажимать на спуск. Да, на самом деле не течет, но, по крайней мере, за то время, что мы им работали, он не тек. Уверенно стоит. Еще работать можно. По сравнению с пистолетом за 35 рублей в свое время, 100 лет назад, купленный фикс прайс, это, конечно, ух, монстр.
Да, греется минут 5, потом уже можно начинать работать. Ну вот это единственный плюс. Он работает. Минус. Ну вот это реально ни о чем. То есть у меня на одной стороне коридора розетка, на другую сторону, то есть уже его не хватает. Ну, там ширина сколько, дверной проем. И самое главное, вот самое, что покоребило. На сайте видели, 100 ватт, 100 ватт, 100 ватт. У Дремеля 35, у Боша 200. Берем, есть у меня такой вот приборчик. В сети сейчас 231 вольт. Нам интересна вот эта вот часть Power. Вот это. Вот он, 100 ваттовский. Вот она Power. Ставим. Включаем. Пятьдесят семь, пятьдесят шесть, пятьдесят пять, пятьдесят четыре. Ну, до сотки не доходило у меня никогда. Поработаем. Уйдет еще меньше. Вот так. То есть, ну, напишите вы честных. 50. Ну, кто вам скажет, что? Вот, 37,5, 37,3 сейчас. Он сейчас поднагреется, он упадет вообще до 20. То есть 36, 35. То есть, я думаю, вы поняли. Вот он уже начинает теплеть. Уже теплеет. Клеит, да, неплохо. Клеит неплохо. Вот эти вот стержни. Топикс. Кто-то будет брать, берите. Отличные стержни, хорошо клеятся. Все супер, просто суперические. Но стержники коротенькие, поэтому вам сразу придется вставлять два. Одним работать, вторым толкать. Но уже до 31 опустился. Сейчас будет опускаться, опускаться, опускаться. То есть сотки нет даже в самом начале. Ну, вот так. Ну, цена 407 рублей. То есть вот это, вот с этим, ну, вот здесь было 6 штук, вот здесь было 5. Обошлось ровно в 600 рублей, вот это все в кучу. Не такие большие деньги. В принципе, инструмент рабочий, работать можно. Если вы без претензий, вам не надо там что-то такое, не знаю, делать профессионально. Вполне сойдет. Ну, это уже 29. Обычный... Лучше, чем из фикс-прайса. Больше. Толще. Значит, делать больше объема позволяет. Но вот это вот на Е с вольтажом. И вот этот вот красненький шнур. Ну, это, конечно, несколько несерьезно. Но Китай, в конце концов, сами понимаете, можно шнур перепаять. В общем, друзья мои, вот такой вот пистолет. Если кому-то нужен термопистолет, посмотрите на него. Хотя, конечно, какой-нибудь бошевский аккумуляторный, этот с ним рядом не стоял. Ну, совсем другой диапазон. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.